три боя, три победы из клуба «Ратибор» Москва. Сергей Бобров! Бойцу, стоящему слева от меня в красном углу, также 26 лет. Его рост 183 сантиметра, вес 92 килограмма ровно. Представитель школы УШУ Саньда. Рекорд в ММА. 4 победы, 6 поражений. Представляющий клуб «Беку», город Грозный, Сайфулла Шакума! Рефери боя Ашрот Ашугян. Спасибо, Сергей. Внимательно слушаем три команды. После команды «Стоп» не работаем. Все судьи держим. Все действия по правилам. Пожалуйста. Удачи обоим по углам. Round 1,
Солдаты погибших лет.
Заключительный финал!
Единогласным решением судей победу одержал Тайфулла!